Жители областного центра уже целые сутки сидят без воды. Автоматы тоже пустые. Ситуация настолько критичная, что горожане попросту не могут умыться, ведь должного подвоза нет. Подробности расскажет мой коллега Каирбек Тулегенов. Проблемы с водой наблюдаются в микрорайонах Коктем, Сарыарка, Центральный, Васильковский на проспекте Абылайхана. Людям приходится покупать бутилированную воду из магазина. Вчера бутилированной воды во всей округе не было. А пришлось по всему микрорайону бегать, искать вот эту бутилированную воду. Ну, конечно, это абсурд, что во дворе 21 век, что мы, чтобы помыть посуду, покупаем бутилированную воду. Это ж неправильно. Это все должно быть как-то все равно известили бы, люди воду набрали бы. Авария произошла на канализационной насосной станции номер 7. Сложности в устранении повреждения вызывают грунтовые воды, говорят сотрудники горводоканала. Задействовано 6 единиц техники и порядка 20 рабочих. Причина аварии, мы сейчас находимся на КНС 7, произошла посадка грунта. Сейчас в данный момент мы докапываемся и как бы по факту как раскопаем, видимость будет. Скорее всего, есть видимость, что залом трубы произошел. Диаметром 900. Производим раскопку, чтобы добраться до места порыва. Когда вода снова дойдет до абонентов, пока специалисты ответить не могут. Работа по устранению аварии продолжается. Каирбек Тулегенов, Медет Каиркенов, Жамбыл Балтаев, Кукшиакпарат.